Здравствуйте. В этом видео презентации я хотел бы вам показать курс «Секреты Photoshop». Это дополнительный курс к данному курсу основному, который включает в себя 25 уроков. Как видите, данная обложка, она будет поставляться именно в отдельной коробке, в отдельном диске, в отдельном оформленном боксе. И вот меню данного курса «Секреты Photoshop». Здесь всего 25 уроков. Каждый урок показывает новую технику, которых нет в основном курсе, где дополняются все необходимые какие-то параметры, например, какие-то трюки, о которых я не рассказывал, но как раз не хватило времени в основном курсе. И поэтому я решил записать вот такой вот дополнительный, в которых я рассказываю другие какие-то трюки, другие моменты, как можно сделать это по-другому. Потому что в Photoshop можно сделать одну и ту же вещь, можно тремя-четырьмя способами. Поэтому, как, например, четкость фотографии можно достичь не только одним методом, а можно их достичь разными, как бы разными путями пойти, но достичь одной цели. Также можно, например, обработка черно-белых снимков. Данный вид обработки очень быстро и лег. К тому же я нигде об этом виде обработки еще не рассказывал. И вот как раз в этом курсе есть и появилась такая возможность, чтобы этот вид обработки показать. Также здесь может есть коллажей, также ретуши. В общем, все уроки занимают приблизительно около 3-2 часов. Как раз как дополнительный курс. Все уроки помещаются на одном DVD-диске, потому что уроки, в общем-то, хоть даже и маленькие по времени, но очень внушительные по размерам обрабатываемой фотографии. К тому же здесь очень множество операций, и поэтому загружается как раз такой большой размер получается. Все форматы записаны. Точнее, все видео записано в формате AVI, некоторые в другом формате, чтобы для уменьшения размера. Ну, в общем-то, вот такой вот маленький курс, точнее, как бы дополнение к курсу. В общем-то, он сам по себе не маленький по информации, которая в нем находится. И данный курс будет очень полезен, если вы приобретете именно его с данным основным курсом, чтобы можно было увеличить свою базу именно как уроков, так и знаний. И как раз поможет вам разобраться в некоторых вещах в фотошопе, если вы только начали или же уже более-менее хорошо в нем разбираетесь, потому что множество уроков как раз показывает множество дополнительных функций самой программы. Спасибо за просмотр, делайте свой выбор. С вами был Басманов Максим.